Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, все как всегда. И сегодня мы вместе с вами посмотрим, что произошло с моим аккаунтом после вайпа, отката сервера. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Если кто не шарит, 8 октября сервер был закрыт на устранение некоких нюансов. И устранение происходило целый день, и после этого CCD выпустила такой пост, где написала, что будет сделан откат имущества до 23 сентября, то есть 2 недели назад. Если кто не шарит, твой аккаунт переносится на момент 23 сентября. Все бабки именно с того момента остаются у тебя, тачки, дома, бизнес и все оттуда. Также они написали, что деньги и опыт остаются при вас, а на самом деле нет. Их осталось намного меньше, опыт урезался. Все перенеслось на момент 23 сентября. Также не вернули донат рубли, кейсы, вот это все. Также CCD Planet обещали сделать бонус для тех игроков, которые попали под эту волну. Но лучше бы они этого не делали, реально. А почему? Посмотрите в конце ролика. И просто из-за этого момента все начали очень дико бомбить в комментариях, что CCD обосрались и т.д. и т.п. Можете, в принципе, посмотреть. Можно сказать, это наравне с Фейсбуком и Инстаграмом, что они закрыли сервер из-за такой херни. Пацаны, сейчас будет вставка моей первой реакции и что же стало с моим личным аккаунтом на CCD Planet. Что изменилось, вот. После этого мы разберем, почему же они сделали откат, для чего это было и какой бонус они выдадут. 2 387 000. А, еще забыл сказать, что до вайпа сервера, до отката, я еще купил себе вандуру, затюнил, смонтировал видос, выложил на YouTube. Но только его еще в открытый доступ не выпустил, вот. Поэтому скоро ждите еще про нее видос, так что не удивляйтесь, если увидите мои старые тачки. Хуй знает. Это... машин. Боюсь нажимать. Да нет, наверное, нихера нет. Если есть, то банан только, и то вряд ли. Реально, нихера нет. Охуеть, ни банана, ни этого. Ни банана, ни этого, блять. Как она называется? Смотри, я, получается, купил. У меня аж была эта вандура за лям 700. А, я, получается, да. В минусе еще на каком большом? Пиздец, на каком большом, я бы еще сказал. Лям 700 стоит вандура. Лям 750 я отдал. Еще 200 в тюнинг улетело. Это лям 950. Плюс еще банан. Это лям 300 где-то. Это 3200, а у меня 2300. Че за хуйня? Алло, я охуеваю. Вот это играешь на CCD вот этом вашем. Угу. Че еще изменилось? Ну, время изменилось, это ладно. Так, ага. Права, наверное, убрали, забрали. Капец. А что? А что, а как, какие банк? Угу, статистика. Угу. Наличные 3400. Наличные расходы лям. 2300 на банке. Пизда. Просто как меня CCD кинуло на 1 миллион. Вот, зарплата дальнобойщика. Все сохранилось. Все сохранилось. Но бабок нет. Вот после такой хуйни я здесь играть не хочу. Окей, а уровень? Уровень остался, да? Не бабки остался. 13 уровень, у меня был уже 16. Заебись. F10. Кей за уровень. 2 уровня. Угу. У меня был 16 уровень. Сейчас 13. 16 минус 13 это 3. А не 2. Угу. Охуеть. Давай. Вот если мне сейчас выпадет гелик, я тогда беру все слова обратно свои. Мне выпадет опять 5000. 5000. Давай еще раз крутанем. Давай. Интересно, это будет 5000 или 5000? Интересно. А, 5000. Выдали бы, блин, хотя бы тем, кто играли, хотя бы какой-то, блин, кейс. Либо сделали какой-то кейс там специально. Бонусы не дали, алло. Не бонусы, нихуя. Они сказали, потом бонус кинут. Жадность фрая разгубила, нашли баг на верты, да, и они решили откатить сервер просто так на 2 недели. Ты похуй на игроков, которые играли, которые тачки покупали. Похуй. Минус 2 недели. Сразу, блядь. И минус половина денег у игроков.
нахуй просто. Я не могу, ну это капец. Ладно бы еще бонус там дали, типа, окей, все, кто играли, типа, до того времени были зарегистрированы аккаунты, мы вам выдадим там, как минимум, ляма по 5. Ну, ладно, ляма по 5 это, ну, 2-2,5. Потому что можно было денег заработать, и еще деньги улетели в пацанов. Сейчас опять цены на тачки вырастут. Тебе деньги вернули как? По ГОСу или по сливу? Не знаю, вообще. У меня просто 2300, а должно было быть 3200, либо 3500. 3500 вроде как. Спасибо, до побачення. Вот такое имущество у меня осталось, реально, полный капец. После такого прям руки опускаются, реально. Как мне рассказывали пацаны, что эта мера была принята для того, чтобы откатить все бабки, которые набагали. Да, оказывается, был какой-то баг через ЕКХ, либо через аукцион, где пацаны там багали миллиарды виртов, вот. И CCD Blend решили откатить, вот. Именно поэтому из-за этих чертей, можно сказать, все не произошло. Но самое угарное, это то, что CCD предложило взамен. Они написали пост, как бы сервер они еще открыли в 3 часа дня, написали «ожидайте бонуса». И они думали, что же такое им предложить, вот. И чтобы не портить экономику, чтобы они еще могли заработать на донатах, они особо решили нам так денег не подкинуть. И написали в 9 часов вечера пост о том, что сегодня, когда выходит этот ролик 10-го, будет бонус. Да, специально для тех игроков, которые зайдут на сервер в период с 8 до 9 вечера. И мы подарим каждому игроку, который будет находиться в этот момент на сервере, 301 единицу валюты. Это капец, пацаны. Многие потеряли на номерах, на домах, на бизнесах просто миллионы, десятки миллионов рублей за перепродажу там. И им просто предлагают 301 единицу взамен. Просто 301 единицу, чтобы вы понимали, это где-то 900 тысяч, это даже не лям. То есть даже мой прикол, который они мне забрали где-то полторашку, они не покроют, не. Вот это обосрались они точно, если у них еще был момент, когда они могли камбэкнуться, чтобы дать нормальный бонус игрокам, вот как они сделали это на CCD-шных серверах в МТА, именно после того, как сгорел ОВХ сервер. Они там дали по 10 миллионов, если не ошибаюсь, если у тебя там больше 150 часов на сервере. Самое угарное то, что половина игроков просто такие, а, CCD в жопу, идем на смотру. Смотра такой, о, прикольно. Типа, они же не говорили, что они хотят сделать максимально онлайн. Они сказали, что мы просто раздадим 301 единицу доната, вот. И самый прикол будет в том, если смотра в этот момент их задудосит и сервер ляжет. Вот это будет просто такой фейспалм. В принципе, на этом все. Такой видос вышел, вот такие вот новости. Пишите, кстати, в комментариях, сколько имущества вы просрали на сервере. Можете так и писать, там, 10 лямов там на бизнесах, там, 20 лямов на домах, 300 лямов на номерах. Вот, будет очень интересно почитать. Также поставьте лайкос, помогите продвинуть этот ролик в топ. Не забывайте про подписку, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного и, самое главное, познавательного контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.